видеть у вас такую большую дружную компанию. Я понимаю, что люди с разных городов, но видно, что вот мы часто встречаемся с тем, что люди приходят, и кто-то не меняется, кто-то что-то делает отдельно. У вас есть такое, где вы все все вместе, вместе танцуете, танцуете. И это очень здорово. Сохраните это. Да. Сохраняйте, потому что только когда нас много, можно будет и потанцевать в сад.